Всем привет! Вы на Флагман Шоп и с вами рубрика F-новинки. Сегодня я рад представить вашему вниманию новинку от торговой марки CarPro. Это карповый мешок. Многие знают, что такое карповый мешок. В ассортименте CarPro уже есть такой мешок, который имеет два входа, то есть две молнии. И сегодня я хочу показать вам новое изделие, которое мы запустили. Это карповый мешок. Он идет без ручек, с креплением на стойку. Итак, этот мешок у меня под рукой. Сейчас мы его достанем из этой упаковочки и посмотрим, что он из себя представляет. Итак, достаем наш мешок из упаковочки. Итак, я достал этот мешочек. Сразу вы можете увидеть его цвет. Черный цвет сетки. Очень мягкая и бережная к рыбе. Сразу повторюсь еще раз, что мешок не имеет ручек, это только для держания и хранения рыбы в воде безопасного. Молния у нас находится сверху, она одна. И с одной стороны мешочка вы можете увидеть колечко с карабинчиком. К колечку привязан шнур, который имеет длину 4,8 метра. То есть при желании вы можете отрегулировать эту длину. Но иногда, когда мелкий берег, нужно поставить стойку и занести рыбу подальше, то есть, но не помешает. К обратной стороне веревочки прикреплен вот такой вот резьбовой фиксатор, этот винтик, болтик, так назовем его, то есть он сделан из латуни, что не дает ему окисляться. При помещении рыбы в мешок, допустим, вот мы поместили рыбу, застегнули молнию, всегда есть риск, что мешок может открыться. Здесь на этот случай существует такой вот карабинчик, который не дает расстегнуться самопроизвольно молнии, и вы не потеряете при этом рыбу. Мешок имеет длину 120 сантиметров, высоту 80 сантиметров, что говорит о том, что любая рыба, пойманная вами, карп либо амур, без проблем поместится в него и будет себя чувствовать комфортно и безопасно. Ловите много рыбы и, самое главное, отпускайте ее, бережно к ней относитесь, и природа вам ответит тем же. А кого заинтересовал данный товар, ссылка на интернет-магазин. Также подписывайтесь на наш канал, пишите свои комментарии, ставьте лайки, не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Всем ни хвоста, ни чешуи, всем пока!